На территории специализированной пожарно-спасательной части по тушению масштабных пожаров прошел республиканский этап смотр конкурса «Лучшее звено газо-дымозащитной службы». Данная категория пожарных считается группой специального назначения. Она работает в самом эпицентре огненной стихии, в непригодном для дыхания среде и многое другое. Сегодня в справедливой борьбе пусть победит сильнейший, а проигравших на соревнованиях сегодня не будет, потому что каждый из нас, каждый из участников получит практический опыт и знания, которые необходимы нам в работе. В соревнованиях приняли участие порядка 16 команд от пожарно-спасательных подразделений ФПС. Отметим, что конкурс проходил в два этапа. В первом нужно было преодолеть на время полосу препятствий, а во втором найти и вынести двух подставных пострадавших из помещения дымокамеры. По итогам данного состязания победителями стали огнеборцы СПСЧ по ТКП, второе место у газодымозащитников ПСЧ-8, третье место заняли спасатели ПСЧ-20. Победителей и призеров наградили почетными грамотами и ценными призами. Стоит подчеркнуть, что победители будут направлены на второй этап в Ставропольский край на прохождение следующего этапа.